Добрый день, добрый час, дорогие друзья, дорогие наши подписчики, клиенты и конкуренты. Вас приветствует из солнечной Алании компания Arbat Homes. Я вот такая сегодня деловая, с вами Татьяна Пекер. Дорогие мои, давно меня не было, немножко я приболела, теперь уже выздоровела. И вот будем с вами сегодня начинать наш съемочный, скажем так, сезон. На повестке дня сегодня район Кестель. Для начала нашего ролика выбрали вот такую симпатичную, спокойную улочку, в принципе, как и сам район. И квартиру буду вам показывать сегодня. 2+1, без мебели, без техники, 100 квадратных метров. Сразу озвучиваю цену, как договаривались, 96 тысяч 500 евро. 2+1, дуплекс, дорогие мои, поехали, не будем терять время. Мы уже на месте. Как я говорила, место тихое, спокойное. Птички чирикают, территория отличная, небольшая, ухоженная, очень много апельсиновых деревьев. Что есть у нас на территории? Бассейн открытый, плавательный, бассейн уже спустили, соответственно, зимний период. Есть парковка, достаточно большая, и вот дом постройки, года постройки 2018, пятиэтажный, один блок. Квартира наша находится на последнем этаже, это у нас дуплекс, дорогие мои. Айдат составляет всего 100 лир. И расстояние до моря всего 100 метров. Вот там у нас море. И будем сейчас подробненько с вами смотреть квартиру. Мы уже в квартире. Квартира мне понравилась. И мы сделали краткое совещание с нашим оператором и назвали эту квартиру молодежной. Вы поймете по верхнему этажу. Дорогие мои, здесь нет коридора. Коридор, что это? Обычно шкафы. И застройщик сделал вот такое решение этой проблемы, да, с отсутствием коридора. И здесь тоже есть достаточно вместительная ниша. Я бы даже, наверное, установила что много-много полочек для обуви. Сразу от входа с правой стороны ванная комната небольшая, вся сантехника есть. Единственная душевая кабина небольшая. Ну, это же у нас получается общий, скажем так, гостевой санузел. Я не думаю, что гости здесь будут мыться, так все раковина, шкафы, зеркало, все присутствует. Зонированная кухня, тоже очень удобно. Хочу ваше внимание обратить на то, что квартира сама по себе светлая, как вы видите, и пол, и потолок, и очень много панорамных окон, а это делает квартиру еще светлее, еще больше. Кухня мне понравилась. Кстати, квартира абсолютно новая, несмотря на то, что дом был построен в 2018 году, здесь никто не жил. Вот такие вот люстрочки новый хозяин повесил, чтобы она быстрее продавалась. Мне не очень понравилось, но на любителя. Все ниши для бытовой техники присутствуют, и вытяжка, и варочная поверхность. Это у нас духовка, посудомойка, стиральная машина, и для холодильника ниша есть. Хотите, сюда поставьте дверь, хотите, не ставьте. Мне вот так понравилось больше. На какие стороны выходят у нас окна? Здесь обалденный, очень вкусный вид на запад, на горы. А со второго этажа у нас есть кусочек панорамного вида на Аланийскую крепость. Дорогие мои, очень красиво. И очень красивая мечеть с двумя минаретами. Не очень близко, я знаю, что не все любят, потому что по утрам бывает громковато. Балкон. Один на первом этаже, и на втором этаже у нас еще один балкон. Два балкона, две ванные комнаты, 110 квадратных метров, дуплекс 2+1. Две спальни на верхнем этаже, и здесь у нас получается, назовем это студией, гостиная, совмещенная с кухонной зоной. Очень понравилась также лестница, деревянная, домашняя. Я поднимаюсь, а вы за мной. Поехали на второй этаж. Поднимаемся на второй этаж. Сразу напротив лестницы есть ванная комната. Уже большая душевая кабина. Все здесь присутствует. И смотрим, здесь есть две комнаты. Общались с оператором и решили, что все же в комнате поменьше, которая выходит на запад, а именно здесь, лучше сделают родительскую спальню. Что можно и куда можно что поставить? Вот в эту нишу, конечно же, встроенный шкаф. Опять же, дело за вами, это было наше решение с оператором. Здесь у нас кровать. Опять скажете, что кондиционер напротив, прямо над кроватью. Но можно, кстати, его местоположение поменять. Выходит у нас окна на море, на запад, на крепость.
и на величественные Таросские горы. Небольшая по площади комната, но квадратная, вся необходимая мебель поместится. И вторая спальня. Спальня получается без двери. Почему-то мы назвали эту квартиру молодежной. Вот именно молодая пара здесь живет, и, может быть, потом у них появится ребенок. Вот прям представляется, что это как раз именно молодежная, светлая, стильная квартира. Пусть будет это гостевая или детская спальня, места предостаточно. Также выходит у нас окна на запад и на юг. А вот этот балкон, дорогие мои, это, конечно же, изюминка, это просто бомба этой квартиры. Вот наша изюминка. Красотища, дорогие мои, прямой вид на море и 100 метров, всего 100 метров до моря. Посмотрите, насколько велик балкон. Панорам вот это завораживает, а вот это даже нет слов. Я думаю, что здесь мы и будем с вами подводить итоги. Так что мы с вами сегодня смотрели, дорогие мои. Дуплекс 2 плюс 1, 110 квадратных метров. Это у нас район Кестель, тихий, спокойный. Вся инфраструктура для постоянного проживания или для аренды здесь присутствует. Расстояние до моря 100 метров. Год постройки 2018. Пятый этаж плюс мансарда. Открытая парковка, открытый плавательный бассейн с детской секцией, а также красивая ухоженная территория. Обязательно есть один лифт, работающий, мы это проверили. И айдат составляет всего 100 лир. Стоимость предложения 96 тысяч 500 евро. По номеру на экране пишем, звоним, WhatsApp, Viber, Telegram. Бронируем квартиру и давайте дружить семьями. С вами была Татьяна Пикер, Арбат Хомс. Пока-пока.